Слава Украине, героям слава. Привет всем от Полонского и по острову Змеиный. А то очень многие спрашивают, а мы туда будем высаживаться, не будем? И, а что там русские на этом острове? Ну, смотрите, по острову Змеиный действительно остров находится в ключевом таком месте, которое при занятии этого острова позволяет контролировать северную часть Черного моря. И действительно, русские пытались из него сделать непотопляемый авианосец. Они высаживали туда свой комплекс С-300, был уничтожен нами. Они потом пытались высадить туда ТОР-2М, помните, да? Позавчера был уничтожен нами вместе с кораблями, тремя кораблями, которые там пытались его высаживать. И таким образом после этого был нанесен еще бомбовый удар по самому Змеиному, который проутюжил там практически все, что там было. И там не осталось сейчас ни строений, ничего абсолютно. Соответственно, какова его дальнейшая судьба? Будет ли туда Украина высаживаться? Будет ли туда Россия пытаться высадиться? Россия, вне всякого сомнения, будет пытаться туда высадиться опять. Получится ли у нее это сделать? Нет. Нет, поскольку мы их там кондропупили при помощи Байрактаров. Теперь у нас есть ракетные системы, позволяющие очень легко и очень непринужденно стирать регулярно с лица острова Змеиный абсолютно все, что туда высадят. Прятаться там совершенно, как вы прекрасно понимаете, негде. Это скала 200 на 300 метров. И как-то там спрятаться абсолютно невозможно. Соответственно, если они туда что-то будут высаживать, ну, это будет последнее, что они попытаются сделать с этими людьми. То есть, это на убой, это мясо. Что же касается нас, мы туда ничего не собирались высаживать, и никакой десант, и этого делать не будем. По той же самой причине, потому что он будет уничтожен. Ну, зачем нам туда людей тратить и так далее. Мы просто наблюдаем, чтобы там не было... Настоящий наш момент, вот настоящий момент, мы наблюдаем, чтобы там не высадились русские. Все. Больше от этого острова в данный момент ничего не надо, потому что гробить свои катера, гнать их туда, а зачем? Чтобы высадить людей на острове, который представляет из себя блюдца, и их там потом уничтожат. А зачем? Что это даст нам? Ничего абсолютно. Поэтому рассказываю. На остров Змеиный мы высаживаться не будем. Но и им туда высадиться не дадим. Вот такая ситуация. Слава Украине!